Здравствуйте, меня зовут Нина. И сегодня несколько слов о тренинге Павла Борисовича Кольцева «Психосоматика или быстрое здоровье». Это не первый тренинг, который я прохожу у Павла Борисовича. Уже немного знакома с его манерой преподавания, с тем, как он преподносит материал, всегда внятно, доходчиво. И этот тренинг мне тоже хотелось пройти у него. Тренинг для меня оказался не таким сложным, как я предполагала. Но трудности были, конечно, и они остаются и до сих пор. Трудности в чем? Трудности выполнения домашних заданий. В том, что нужно разобраться в себе, найти выгоду каких-то своих определенных болезней. Казалось бы, непонятно, вот если у тебя садится зрение, то какая тут может быть выгода? Но наверняка она есть, и это надо осмыслить. Это надо найти, это надо вытащить на поверхность своего сознания, что, конечно, займет не 3 дня, может быть, даже не 3 недели. Ну, у всех по-разному это случается. Вот. С начала тренинга однозначно хочу сказать, что у меня прибавилась энергии. Почему? Не знаю. Но ее стало больше. И на данный момент у меня почему-то уменьшились проявления холодовой аллергии. Конечно, я применяла и медикаменты какие-то, вот, и занималась на тренинге. Но сейчас я чувствую разницу большую, когда на улице было гораздо теплее, а у меня отеки были больше. То есть, наверное, этот положительный эффект уже пошел от тренинга. Что хочу сказать. Тренинг, конечно, полезен всем. Всем людям, которые хотят разобраться в себе, хотят улучшить свое здоровье и, соответственно, свою жизнь. Но больше всего я бы, наверное, рекомендовала его для молодых родителей. Потому что ту информацию, которую дает Павел Борисович, те фишки и те рекомендации, ну, мало где можно найти. А это так необходимо вот сейчас в нашем мире. То есть для вот именно молодых родителей, для беременных женщин, мне кажется, вот наиболее полезен вот этот тренинг будет для них. Поэтому я рекомендую, пожалуйста, присоединяйтесь, изучайте и улучшайте свою жизнь.